К другим темам. Полицейские побывали в Нельмином Носе. Там стражи порядка провели комплексную проверку, чтобы выявить преступления, которые совершались в поселке за последнее время, а также посмотреть, как себя ведут местные жители, состоящие на учете у правоохранителей. Во время визита в Нельмин Нос полицейские выявили и раскрыли сразу 5 преступлений, одно из которых было совершено еще 4 года назад, то есть в 2010-м. Также удалось найти гражданина, занесенного в список разыскиваемых. Разыскан один гражданин, находящийся в розыске за совершение преступления, предусмотренной статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации за кражу. А сотрудники ГИБДД проверили 3 автомобиля, которые находятся в поселке. Одна из машин оказалась не зарегистрирована. Также полицейские посетили 4 магазина, где можно приобрести алкогольную продукцию. Незаконной реализации этого вида товара не выявлено. А вот инспектор по делам несовершеннолетних совместно с социальным педагогом побывали в неблагополучных семьях. Сотрудники полиции посетили неблагополучные семьи, провели профилактические беседы с несовершеннолетними, с их родителями. Всего в ходе мероприятия составлено 5 административных протоколов. Напомню, комплексные проверки населенных пунктов региона сотрудниками полиции проводятся регулярно. Главная цель поездок – проконтролировать тех, кто состоит на учете у стражи порядка.